Всем привет! Я Юрий Хаев, владелец туристической компании «Отдыхаевы». Смотрите мой канал, подписывайтесь, будьте с нами. Смотрите все свежие видео из различных отелей по всему миру. Ребята, сейчас я нахожусь в отеле Hard Rock Casino Punta Cana. Это очень большой, шумный отель сети Hard Rock. Здесь круглосуточно все шумит, двигается, все танцуют, веселятся. Девиз этой сети – это и есть такая вот концепция круглосуточного движения. Фактически ночью отель не спит, это дискотеки, это различные активности. Дневное и вечернее время, анимация возле бассейнов, это постоянно работающие рестораны, круглосуточный рум-сервис. То есть вы всегда можете найти здесь себе увеселительные мероприятия. Здесь есть большой аквапарк, как для детей, так и для взрослых. Большой детский клуб для детей. Есть казино 4000 квадратных метров. Значит, очень интересно, что линия пляжа примерно около километра. То есть очень широкий пляж и длинный. То есть вы всегда можете найти место, где поплавать. Ну и, соответственно, береговая линия отеля, она соответствует линии пляжа. То есть отель такой вытянутый, он очень огромный, больших размеров. Здесь также есть отдельно гольф-поля, которые находятся перед самим отелем. Значит, в отеле 1770 номеров. Отель очень большой. Здесь номера уровня сьют. Это минимальная категория по 70 квадратных метров. В большинстве из них уже сделана реновация, то есть с 2022-2023 годов здесь уже номера свеженькие, такие после ремонта, ну, то есть приятные, ну, нет такого старья, которое было ранее, несколько лет назад. Соответственно, ну, атмосфера отеля улучшилась, аквапарк открылся. Есть много свежих зон, которые здесь же по территории. На территории 13 бассейнов, можно выбрать на любой вкус. Есть бассейны и для взрослых, и зоны отдыха для взрослых. Отдельно семейные бассейны. 9 а-ля-карт ресторанов, тоже можно выбрать на любой вкус. Все они бронируются через специальное приложение, через планшет. И практически все бесплатно. Единственное, что нужно, просто оформить бронь в течение дня. Здесь есть и стейкхаус, итальянский ресторан, азиатский ресторан, тепаньяки. Ну, то есть выбор, в принципе, еды. И учитывая, что здесь постоянная как бы кормежка, то есть возле бассейна вы можете взять что-то перекусить, возле баров. В основном корпусе постоянно еда, есть отдельная кофейня, есть отдельная точка мороженого. То есть все как бы сделано для того, чтобы максимально отдых был активным. Ну и здесь, конечно, преимущественно находятся и отдыхают американцы, потому что это их такой формат, постоянно играет музыка, постоянные активности, шумно, и целый день вы все время в движении. Соответственно, такой отель для family отдыха. Смотрите видео дальше. Я постарался снять основные зоны отеля и показать. И будьте с нами. Еще раз акцентирую, подписывайтесь на канал «Отдыхаевы». Смотрите все свежие видео. Будьте с нами.